Мур, привет, друг, это Зверько. Обычно я не люблю распаковки и им подобное. Однако, тут вышел супергеройский вейл, которого я пропустить не мог. Давай посмотрим, сколько у меня уйдет алмазов на его выбивание и всех сопутствующих призов. При том, что я буду использовать минимум билетов, но так получилось. Первая десятка прокрутов, и за 450 алмазов я получаю статую, эмодзи и прибытие шторма. Собираю значки и погнали. На облик нужно 1500 значков. На 11-м прокруте выпадает возвращение. Плюс возвращение в том, что его могут видеть все участники боя. Итак, на 17-м прокруте у меня 1548 супергеройских значков, а потратил я примерно 7600 алмазов. И наконец облик мой. В рублевом эквиваленте это примерно 9800 рублей через игровой магазин. Через кодошоп, конечно, дешевле. Найдете прямую ссылку под любым новостным роликом. Тут не хочу вставлять рекламу. Ах да, есть еще акционные прокруты, но их не так уж много. Однако, как говорится, пропили рубаху, пропьем и штаны. Выбью еще убийство шторма для полного комплекта. Вваливаем бабос еще в 3 прокрута. Итого на все про все ушло 9025 алмазов или 11650 рублей. Давай посмотрим на эффекты в бою. Честно скажу, за 10 тысяч рубасов я ожидал большего, потому что белые эффекты в бледно-голубой окантовке, которые появляются на 3 секунды, ну такое себе. Однако, должен же быть у меня хотя бы один нормальный скин на Вейла. Если тебя удивляет мой способ прокачки Вейла в бою, то добро пожаловать в мой гайд, я там все объясняю. Напиши в комментариях, как тебе этот скин, и увидимся в новых видео, друг. А пока, оставляю тебя с геймплеем.
Victory! Тупый яд, вот так ушел.